Утро работников психиатрической бригады номер 10 задалось насыщенным. 3 выезда подряд, работа с непростыми пациентами. Однако людей, с которыми приходится иметь дело ежедневно, будь то граждане, злоупотребляющие алкоголем, наркоманы или психически больные, они не выделяют в отдельные категории. Каждому человеку индивидуальный подход. Главная цель – во что бы то ни стало оказать своевременную помощь. Съемочная группа БУК-ТВ застала работников службы оперативной медицинской помощи после очередного вызова. Врачи признались, каждый выезд не похож на предыдущий. Сегодня были 2 перевозки в стационарную полоску психиатрические. Вот. Были вызов из дома-интерната и из дома по направлению психиатра участкового. Ну, сложные были выезды? Ну, вы все-таки как бы с этим сталкиваетесь, это ваша ежедневная деятельность. Да, это наша постоянная работа. Вот. Постоянно или перевозки, или вызывают родственники. Приезжаем на вызов, смотрим и принимаем решение или госпитализировать, или оказать помощь на месте. Вот, и рекомендовать обращение в диспансер. Специфика работы требует предельного внимания, терпения, умения тонко чувствовать людей, а в целом высокого профессионализма. Бригада номер 10 – это опытные врачи, специалисты с большим стажем. В составе группы – врач, фельдшер, санитар и водитель. Одна команда – одно общее дело. Поле деятельности – Брест и Брестский район. Работники этой смены уже с трудом помнят, сколько выездов у них на счету. Всплывают в памяти отдельные случаи, когда помочь пациенту было непросто. Больше всего у нас выезды по состоянию на алкогольное опьянение, вот это. Это вот осложнение после алкогольного опьянения, эпилепсии, вот это бывает. Ну и так, наши больные. Контингент один и тот же практически. Что психбольные, что алкоголики, они одни и те же практически все. Наркоманы, наркозависимые. Это очень сложно, понимаете? У них настолько уже разрушена психика, вот, и ну, это даже вот не подконтрольно никому. Вот с ними, наверное, это самое сложное. Потому что если алкоголики, у них это все еще как бы обратимо, то у этих это бесполезно. И тем более, что вот эти последние моменты, которые вот спайсы и еще другие там химические составляющие, они накладывают такой отпечаток на психике, что возврата нет, буквально с первого раза. 10-я бригада филиала Брестской городской больницы скорой медицинской помощи существует порядка 20 лет. Врачам, в поле зрения которых проблемные пациенты, доводилось работать в разных условиях, прибегать к разным методам при спасении людей. Нередки случаи привлечения страж порядка. В оперативную дежурную службу города Бреста поступают звонки по телефону 102 о фактах нарушения общественного порядка жителями города Бреста, а также Брестской области. На место происшествия выезжают сотрудники полка патрульно-постовой службы УВД Брестского облсполкома. И уже на месте, когда они видят, что человек ведет себя неадекватно, зачастую находится в состоянии алкогольного опьянения, его поведение вызывает настороженность и может как-то повлиять на безопасность наших граждан, в таких случаях вызывается скорая медицинская помощь, бригада номер 10, для оценки состояния данного гражданина и его перевозки в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Специалистам бригады номер 10 нередко приходится бороться за человеческие жизни. И несмотря на сложности профессии, врачи признаются, что любят свою работу. Приходить на помощь – дело их жизни.